Итак, вы уже приняли участие в аирдропе и стали участниками игрового пула, который распределяет ежедневные награды в криптовалюте Ultima за заморозку бул-токенов. Вы уже научились получать ежедневные награды от пула. Теперь поговорим о том, что делать с полученными вознаграждениями, чтобы максимизировать свой профит. Самый простой и выгодный способ – это заморозка полученных вознаграждений в Ultima-пуле. В этой инструкции мы покажем вам, как легко и быстро заморозить полученные вами награды в Ultima-пуле. Заморозка токенов – фризинг. Перед тем, как начать процесс заморозки, обратите внимание на важное правило. Любое действие по заморозке или разморозке токенов Ultima обнуляет время ожидания награды в сплитинге, которое составляет 24 часа. К примеру, если вы 20 часов назад получили награду и до получения следующей оставалось 4 часа, то в случае, если вы заморозите или разморозите Ultima, срок ожидания награды обнулится и составит 24 часа. Также обратите внимание, что сплитинг требует наличия смарт-коинов на балансе. Они необходимы для оплаты исполнения смарт-контракта. Мы рекомендуем иметь до 10 тысяч смарт. Откройте ваш смарт-воллет и нажмите на логотип Ultima. Вы увидите все транзакции Ultima, в том числе полученные ранее награды. В открывшемся окне нажмите на знак заморозки. На открывшемся экране вы увидите ваш доступный к заморозке баланс и общее количество замороженных токенов. Чтобы заморозить токены, нажмите на кнопку «Заморозить». Заморозка происходит в два этапа. На первом вы подготавливаете Ultima, на втором происходит сама заморозка. На открывшемся следующем экране нажмите «Подготовить Ultima». На следующем экране вам будет предложено ввести количество токенов к заморозке. Введите желаемую сумму и нажмите на кнопку «Подготовить к заморозке». Далее вам нужно будет подтвердить действие пин-кодом. В открывшемся окне подтвердите заморозку, нажав «Подтвердить заморозку». После этого вам нужно будет еще раз подтвердить действие, введя пин-код, используя Face ID, либо приложив Smart Defender к смартфону. Если вы все сделаете правильно, то увидите экран с поздравлением, который означает, что токены были успешно заморожены. Разморозить токены вы сможете уже через месяц с даты заморозки. Как запрашивать награду за замороженные Ultima? Пока ваши токены остаются замороженными, вы сможете получать ежедневную награду. Для того, чтобы получить награду, нужно ее запросить. Для этого на главном экране Smart Wallet нажмите на значок Ultima. В открывшемся окне нажмите на кнопку «Сплитинг». Откроется экран, содержащий подробную информацию о сплитинге. Нажмите на кнопку «Запросить вознаграждение» в нижней части экрана. Откроется экран, на котором вам будет нужно подтвердить согласие с условиями работы продукта, поставив галочку и нажать на кнопку «Подтвердить». Готово. Вы запросили награду. Сообщение об этом вы увидите на экране вашего смартфона. Не забывайте участвовать в сплитинге и требовать награду каждый день. Успехов! Если у вас возникнут вопросы, обратитесь в поддержку, и мы с радостью вам поможем.